Работники службы дня и ночи Брестского городского отдела ПЧС в новогодние праздники усилили контроль над ситуацией в областном центре. Практика показывает, иногда даже убедительные доводы не способны предупредить беду. А потому следить за обстановкой – первоочередная задача. 1 января в Центр оперативного управления МЧС поступило порядка 200 вызовов. Спасатели выезжали на место 8 раз. Среди них случаи возгорания автомобиля, 3 ситуации неумелого обращения с пиротехническими средствами и, как итог, потребность медицинской помощи. Рваная на руки, повреждение слухового аппарата, ожог, полученный ребенком. Все эти примеры беспечности граждан – хороший повод задуматься. Всем пострадавшим была оказана помощь в Брестской областной больнице. Но это говорит о том, что, опять же, не соблюдает правила пользования пиротехническими изделиями, не читает инструкции и не применяет их в практике. Еще впереди у нас большой праздник – Рождество. Мы хотели бы попросить наших граждан, конечно, соблюдение элементарных правил пожарной безопасности. Что удивительно, например, за позавчерашние сутки самое наименьшее было выездов, всего лишь 3. И то они были направлены на боеготовность наших подразделений. Скажем так, ситуации, требующих внимания или опасных ситуаций в городе не зарегистрированы. Служба сотрудников УВД в новогодние праздники тоже прошла в довольно спокойном режиме. Происшествий серьезных не зафиксировано. В числе правонарушений мелкое хулиганство. Встречаются факты семейных скандалов. По словам работников милиции, граждане ответственно подошли к отдыху в местах массового пребывания людей. Если в городе Бресте все прошло довольно спокойно и благополучно, на районах у нас были отмечены одно убийство. В городе Барановичи, где в ходе там совместного распития убили женщину. Проводится расследование. Уголовное дело по факту убийства. Также у нас есть в городе Пинске грабеж совершен, вот, и 3 хулиганства. В основном у нас также еще задержано 146 человек в пьяном виде. Это по всей области. Это, считаю, это очень нормальная цифра, потому что милиция более лояльно относилась к людям, находящимся в таком состоянии. Вот. И также у нас было больше 30 фактов мелкого хулиганства. Задержано. Новогодние каникулы продолжаются, а вместе с ними и приближение праздников. Обезопасив себя, волноваться не стоит. Они оставят только приятные воспоминания. Хотелось бы еще отметить, что нас надвигаются неблагоприятные погодные условия. По прогнозам на 5 января значительное похолодание до 15-20 градусов. Хотелось бы тоже предупредить наших граждан о соблюдении правил выхода на улицы. Исключить дальние поездки, одеваться потеплее, потому что такие аномально низкая для города Брест это аномально низкая температура. София Бережная, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.